Меня зовут Маслов Никита. Мне 11 лет. Я живу в городе Курске. Сергей Михалков, детский ботинок. Занесенный в графу с аккуратностью чистый немецкий. Он на складе лежал среди обуви взрослых и детских. Его номер по книге 3209. Обувь детская, ношена, правый ботинок, с заплатой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе, в Кракове, в Вене. Кто носил его? Влады или русские девочки Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый под порядковый номер 3209? Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? Это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали. Здесь на всех языках спасения пытались молиться. Чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь впитала земля запах хлебной пролитой крови. Сотен тысяч людей разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачи и убийцы на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен людей это детский ботинок с заплатой. Снятый Гитлером в шерсть 3209.